Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, говорил русский писатель Антон Павлович Чехов. Студентки нашего вуза не первый год подтверждают слова литературного классика, принимая участие в традиционном конкурсе красоты и таланта «Мисс Университета Сударушка». Судя по количеству присутствующих в этом зале, наш конкурс вызывает неподдельный интерес, и мы поддержим наших участниц. Я думаю, что каждая из них покажет все свои таланты, все свои способности, все свое умение. 14 участниц, заполненный до отказа зрительный зал, живая музыка на сцене и самое долгожданное событие года начинается. За плечами огаревских красавиц десятки часов подготовки, тысячи метров пройденных модельной походкой на высоких каблуках и неоднократные репетиции творческого домашнего задания. Талантливые и не похожие друг на друга девушки демонстрировали не только свои творческие способности, но и ораторское искусство в интеллектуальном конкурсе «Импровизация». Если бы у меня была волшебная палочка, я бы постаралась каждому подарить частичку того, чего ему не хватает. Кому-то тепла, кому-то любви, кому-то нежности. Если бы я выиграла конкурс, я бы доказала очень многое своему папе, потому что он считает, что я не умею петь и много сыплюсь. Самым волнующим выходом девушек на сцену было дефиле вечерних платьев. По итогам всех этапов конкурса жюри выбрало мисс университета Сударушку 2014. Победительницей становится Волкова Татьяна! Победительница получает сертификат на фотосессии от женского глянцевого журнала «Высокая шпилька». Главный приз для мисс университета Сударушка 2014 предоставлен университета. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал, кто за меня болел. Спасибо вам большое. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.